Центральная площадь Канска стала местом самого яркого и торжественного события – городского бала выпускников. На красную дорожку вышли руководители из 10 школ города и их красивые и счастливые выпускники, многие из которых признаются, прощаться со школой и своими одноклассниками очень грустно. Очень грустно, потому что эти 11 лет для меня пролетели незаметно. Вроде бы я только пошла в первый класс, а уже стою выпускница 11 класса. За 11 лет, конечно, привыкаешь к месту, где ты учился. Очень грустно расставаться, он стал как второй дом. То есть грустно еще по учителям скучать в будущем. Вот. Я закончил 11 класс, гимназию номер 4. Вот. Конечно, буду приезжать в школу, но все равно будет не хватать этих знаний, общения с одноклассниками и того места, где я учился. Выпускной – это праздник радости от окончания обучения, но и в то же время грусти о школьном времени. Каждый из ребят испытывает бурю эмоций, но они уверены в своем будущем, и многие уже определились дальнейшими планами на жизнь. Я бы не хотела уходить со школы, но нужно продолжать свой путь дальнейший. В планах у меня поступить в Красноярск, в МЕД, вот, освоить курсы косметолога. На главной сцене 40 выпускникам вручили грамоты и медали за особые успехи в учебе. Золотые медалисты – это гордость школ, учителей и родителей. Елизавета Черноситова, школа номер 3. Анна Карпачева, гимназия номер 1. Очень волнительно, тревожно, но мы ждали этого события. Очень рады, что получилось спраздновать это мероприятие на площади. Мы готовы к взрослой жизни. Я думаю, мы справимся со всеми трудностями, преградами. В один из самых важных для себя дней выпускники школ получили поздравления от представителей власти не только города, но и страны. Мне хочется пожелать им, чтобы все у них складывалось хорошо. Сейчас непростое достаточно время, но я уверен, что ребята все понимают важность, необходимость построения будущего. Будущее их, будущее с нашей страны. Те кирпичики – это Россия, труд, Родина, это знания их. Это как раз из тех кирпичиков, которые складываются в фундамент их будущей жизни. От всей души поздравляю вас с очередным этапом жизни. 11 лет, наверное, самые лучшие моменты в жизни. Вы помните, запомнили. Сейчас наступает следующий период. Хочу вам пожелать удачи во всех начинаниях, большого счастья в дальнейшей взрослой жизни. Пусть все ваши мечты сбудутся, цели будут достигнуты. После всех напутствий и поздравлений выпускники произнесли клятву, в которой дали слово стать достойными гражданами нашей великой страны. Мы, выпускники 2022 года, заканчивая школу, клянемся развивать свои творческие способности. Совершенствовать свои знания. Клянемся. Быть хозяином своей судьбы. Клянемся. Не терять веру в себя. Клянемся. Помнить родную школу и учителей. Клянемся. В этот же торжественный и радостный день была определена та самая королева выпускного бала 2022. Ею стала ученица школы номер 15 Светлана Мокрова. Праздник бальных танцев украсили полонез, кадриль, полька и вальс. Все движения ученики разучивали несколько месяцев, чтобы исполнить их перед огромным количеством горожан. Учебники и тетрадки в прошлом, школьная пора закончилась. Позади долгие годы, проведенные за партой и сложные экзамены. Впереди взрослая жизнь, в которую канские выпускники вошли, танцуя. Кристина Куш, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал.